Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Odyssey. В этом видео я вам покажу разгадку на загадку. И у нас сейчас будет загадка сократить разрыв. Сколько дерева нужно, чтобы достичь другой стороны? Направляйся на восток, к берегу проклятой земли Эдипа, где построен мост к Эвбее. Я буду ждать на последней доске. Так, открываем карту. Вернее, давайте так сразу вам покажу. Вот смотрите, я вот возле этого моста. Вот мост вы увидите с этой стороны. Я вам показываю так вот, да. Вот здесь у нас наша отгадка. Вот, сейчас вот, открываем наш рюкзак. Смотрим. Да, наша загадка разгадана. А теперь я вам покажу, где это находится. Открываем карту. Вот, мы, получается, между Биотией и Эвбеей, так? Вот, он наш, типа, большое такое место. И вот здесь, вот где, вот еще раз вам показываю, вот еще раз. Вот, видите, вот, вот здесь вот. Так вот, помедленнее, вот. Видите, да? Получается, вот прямо вот здесь вот. Этот мост, и на нем наша отгадка на нашу загадку. Вот. Вот. А у меня на этом все. Все, всем спасибо. Пока.